мы направляемся к главному корпусу МГТУ имени Баумана. Наш путь начинается с кольцевой части станции метро Курская. Находим выход на площадь Курского вокзала и улицы Казакова. Поднимаемся по эскалатору. Далее огибаем колонну слева и находим выход из метро. Ориентиром на местности нам будет служить здание Курского вокзала и находящееся возле него здание торгового центра. Далее направляемся в сторону Садового кольца, где нас встречает следующий ориентир – указатель на остановку, где производится посадка на автобусы М, проезд на которых бесплатный, и которые довезут нас до места назначения. Наш автобус сворачивает направо, останавливаясь у закрытой на сегодняшний день станции метро Бауманская, где выходит основная часть пассажиров. Но мы двигаемся дальше, доезжая до Аптекарского переулка, где и выходим. Далее направляемся до перекрестка, где, помня о правилах дорожного движения, успешно переходим в дорогу. До главного корпуса МГТУ имени Баумана осталось чуть-чуть. Проходим дом номер 3. Мы прибыли к месту назначения. Вторая Бауманская улица, дом 5. Удачи!